педагогический коллектив детского сада «Светлячок» всегда отличался творческой выдумкой, новаторством и единством в работе с родителями. И благотворительная акция, прошедшая 9 июня, стала еще раз подтверждением тому, с какой радостью дети показывали нам отремонтированные и покрашенные веранды, новенькие песочницы, клумбы, с какой гордостью они смотрели на своих пап и мам, которые, отложив свои личные дела, нашли время поработать на благоустройстве территории детского сада. Но сколько усилий приложили к организации акции сотрудники детского сада во главе с Верой Константиновной Суховой. Конечно же, их участие во всех мероприятиях велико. Мы хотим, чтобы не скудела наша русская земля, чтобы мама песни пела над ребенком чуть дыша, чтоб рождались на Руси сыновья богатыри, дочери красавицы, пусть Россия славится. Действительно, от того, какими вырастут наши дети, зависит и наше будущее. А отсюда, я думаю, и название акции. Мы с вами за детей в ответе. Какими будут дети, такой будет земля. Завершением благотворительной акции стал большой праздник, который собрал вместе и взрослых, и детей. Театрализованные представления по сказкам Пушкина, кукольные спектакли, конкурс рисунков, спортивные соревнования, подготовленные в содружестве педагогов и родителей, действительно принесли немало радости и счастливых минут детям детского сада «Светлячок». А как мило выплясывали мухоморы и забавные лягушата, а как скакали на метлах их родители, преодолевая различные препятствия. Сколько же было радости и веселья в этот день, сколько же было подарков от спонсоров. У нас дружба с Верой Константиновичем с тех пор, когда она была заведующая Ивушки была, и я водил своего туда сына. И с тех пор мы с ней так вот самое дружим, и я ей помогаю во всех ее делах и начинаниях. Помогали все, буквально всем миром. Куклов Вадим Васильевич, Майя Валентин Иванович, Хаустов Юрий Александрович, Косиневич Виктор Георгиевич, Задорожный Александр Викторович, Волков Александр Сергеевич, Менгель Виктор Яковлевич, Андреаш Евгений Осипович, Захаров Владимир Степанович, Науменко Анатолий Николаевич, Пикалов Юрий Григорьевич, Максимов Алексей Николаевич, Суворов Николай Александрович, Сухомлинов Вячеслав Васильевич, Сазонов Артур Юрьевич, Митин Вячеслав Васильевич, Евдокимов Анатолий Николаевич. Александр Викторович, вот сегодня говорят, что вы всегда оказываете посильную помощь, спонсорскую помощь. Почему? Ну, как почему? Это же наши дети, наш садик, наша, я не знаю, ну наша родина, наша страна, наше отечество. Был чай с пирогами. А пироги вы пекли своими силами? Пироги напекли сами. Нам, правда, помогли, муки дали, это самое, вот песку дали. Вот опять же, вот Гаджиев отдал из Агдама и Ямщуков. Итак, данная благотворительная акция подошла к концу. Но все те добрые дела, которые начаты ею, еще не завершены. Впереди у педагогического коллектива и, конечно же, у родителей еще много работы.